Каспийске прошли очередные рейды межведомственной рабочей группы города с участием представителей налоговых органов МВД и структурных подразделений администрации. На сегодняшний день инспектирование было направлено на проверку деятельности автомоек на территории Каспийска. По заранее запрошенной информации у налоговиков мы сформировали перечень и проверяем на факт наличия регистрации, также разрешения на осуществление данного вида деятельности, соответствие земельных участков, на которых расположены автомойки, виду разрешенного пользования. Зачастую те территории, которые под мойки выделены, они предусмотрены под ЖС или же под другой вид деятельности. В ходе рейдовых мероприятий были проверены автомойки в районе кемпинга Приморской и других территорий города. По итогам обследования были выявлены некоторые нарушения, а именно несоответствие земельных участков некоторых автомоек виду разрешенного пользования. Так, по предварительным данным, деятельность автомойки в микрорайоне кемпинг осуществляется на земельном участке, предусмотренного под индивидуальное жилищное строительство, что нарушает действующее законодательство. Предпринимателям было поручено предоставить в администрацию полную документацию для уточнения всех данных по объекту для принятия соответствующих мер. Если у него юрлицо, он должен отчитываться и на работника, и должен отчитываться на то, что мойка есть. Если эти отчеты есть у него, проблем никаких нету. Если их нету, скажите ему, пускай в ближайшее время это исправит. Отметим, что в рейдах приняли участие главный государственный налоговый инспектор МРИ номер 14 города Каспийска Али Гаджи Абдурахманов, главный специалист отдела экономики Иса Ахмедов и участковый уполномоченный полиции Каспийского отдела Рамазан Закиев. Начальник отдела экономики и торговли администрации Каспийска Амина Ибрагимова рассказала, что основной целью проверки является выявление юридических лиц, которые незаконно осуществляют коммерческую деятельность.